у нас утро, хотя полдесятого, это уже не совсем утро, но мы недавно только встали, 9 часов. Арина сидит недовольна. Как вы думаете, почему? Потому что, нетрудно догадаться, ей лень застилать свою кровать. Мама уже Зря отвечу заслала. за меня, пожалуйста. А, Артурчик. Будет у нее своя, будет свою застилать. Мама свою уже заслала. Красота. Давай Дура. свою застилай. Давай, давай. А мы с Артурчиком тут гуляем. По Мам, комнате. мам, где А лицо? вот и наш Артурчик. Давай, давай, работай. Привет, Аккуратно. Ирина. Такой сегодня у нас красавец белый, да? Только воротничок закасывается вверх. Надо его вот так вот пришить. Ай, ну и все. Как обычно. Мама в руки камеру, Артурчик. Капризничает. Хотя он у нас спокойный парень. Он побежал куда-то. Побежал, побежал. В лапках лежит беленький. Прикольно, да? В лапках. Ладно, застилайся. Это наш завтрак. Вернее, это мой завтрак. Давно я хурму не ела. Уже соскучилась по ней. Артурчик наш спит. И Аринка кушает свою любимую помело. Арина! Вкусная помелка? Класс! Вот такие у нас супер завтраки. Какой обзорчик здесь? Ай, будь здоров! А вот так вот будь здоров, Артурчик. Так, там еще Еврик развалился. Лапу уже убрал. Так прикольно лежал. В общем, мы развлекаемся здесь. Кусачка уголок заняла. Арина тут разложилась на всю кровать. Да там негде лечь. Ой, кусака! Пушистик ты наш. А вот еще один пушистик наш. Артурчик? Артур, ты что тут делаешь? А? Артур? А он тут лежит, развлекается. Вот, Арина, ты ему можешь читать. Что ты там читаешь? Какой предмет у тебя с бонусиками? Русский. Русский язык? Ну все, он слушает. А что ты читаешь? Правила какие-то или может? Нет, сейчас будем задание читать. А, ну вот, Артур слушает, лежит. Так, а мы А на улице у нас зима, зима, зима. Да? Наконец-то зимушка, зима пришла. А мама сейчас отлучится ненадолго. Мандаринчики почистить себе, покушать. Ну и воротник этот торчком торчит, надо его зафиксировать. Вот так лучше будет. Ай, ты малыш! Ай, малыш! Ну, полежи здесь, полежи, сейчас приду. Вот что это? Мама. Там кусачка лапками вверх спит. Мама. А он снизу жулик с лосянка спит. Кстати, это жуликово место. Вот жуликовое место, а вон масянино место. А вон люди ходят. О, человек попал в камеру. Ух ты! Он ютубер. Ой, у нас тут дорожки такие. Дорожка такая, прямо не знаю. Самое ровное в мире. Самое красивое и ровное в мире, это точно. Вышли погулять. Погодка вроде бы ничего. Ветра нет, снега нет. Идем, прогуляемся и на рынок зайдем. И к папочке к нашему зайдем. Посмотрим, что он там бездельничает. Ёлка. Бездельничает. Елку выкинули, да? А у нас в этом году не было елки. Что ты врезалась уже, Арина? Идем гулять? Стой. Да. О, видно. Артурчик у нас спит, как всегда. Он у нас любитель поспать на улице, на свежем воздухе. Наверное, все детки любят спать на свежем воздухе, да, Аленька? О, смотри, что у меня есть. Мы вчера кушали. У меня заначка осталась. Смотри, орешки. Хочешь? Ну, на, Да. кушай. Держи. Ну, в общем, так. Аринка у нас будет кушать орешки и поедем кататься. Хорошо мы посидели сегодня. О!
У нас уши у кого-то мёрз. Короче, я Арины эту шапку забираю. Это новая Аринина шапка. Вове понравилось. Смешной. Прикалываемся. Тут гости разошлись, отмечали мой день рождения. Тебе уши не мёрзнут? Нет, сама то. Прикольная шапка. Там на шапке еще одна шапка. Дай покажу. О, на шапке еще одна шапка. Прикольно вообще. Прикалываемся. А меня снимали в его шапке? Нет. Вот меня сейчас надо снять мою шапку. Надевай свою шапку. Нет. Вот Аринка себе выбрала свою новую классную шапку. Что-то у нас, Арина, почему у тебя бардак на втором этаже? Это Вова развел. Развел бардак как у тебя. Доверять? Так снимай эту штуку, все равно разлаживать будем. Будем примерять новый плед, с нее купили. Наконец-то нашли плотненький. Сейчас у нас новая сумочка. Ну, это специально для пледа, новая сумочка тоже. Это специально для пледа. Мы купили сегодня пандочек себе. В общем, зверинец продолжается. Звериная тема у нас. Там лицевая изнанка есть. Материал нежный, классный. Сейчас примерим. Что ты делаешь? Видно. Видно, а, ты показывал плед? Да. А теперь боком клади. Что ты делаешь? Боком клади. Так, ну что, примеряем? Вкусные семечки. Да? Да? Наели сегодня. Торт мороженое такой вкусный получился. Обиден. Еще остался там. В морозиловке лежит. Да. Арина, ты когда-нибудь причешешься? Вообще-то Арина сломала мою деревянную расческу. Я не виновата. Я говорю, что это мой подарок. Я у тебя забираю расческу. Кота. Да, мне подарили кота. Ну, не того, конечно. Который длинный. Из кого он приехал? Откуда приехал? Да. Не знаю. Сейчас, с Африки. Раскрашен так интересно. Индонезия. А, Индонезия прям приехал. Круто. У нас индонезийский кот. У нас индонезийский кот его появился. Он еще такой. Ну вот, по ширине 150, да. Будем смотреть как. Это выше поднимется потом. Ай, о, мама, попробуй, какая. Ну что, дотягивается до конца? Ой, о, по ширине самый раз 150. А там как сверху? Сильно не закладывается? Прикольненько так. Зато нежный такой, классный. Я вообще обожаю что-то новенькое. Он такой нежный, просто супер. В общем, вот такое. Я бы хотела, конечно, однотонной расцветки. Но мы не нашли. Может, еще найдем какой-нибудь красивый на замену. На замену, еще на замену, да. Тоже плотненький. Прикольно. Все. Я люблю все новое. Класс. Мне нравится. Следи, что ты панд раздавишь сейчас. Панда. Апельсинничаем и мандариничаем. Вкусняшки наши. О, куда Артур забрался? Вау! С высоты вам шлем привет. Ох ты! Ему на первом этаже надоело, но решил на второй сгоняться. Ой, не нравится. Все, пошли скорее вниз. Он такой с ним красивый, ему с ним ровно 2 месяца. Да, Артурчик, ты такой сегодня капризулька.